бутылку. Вот. Кажется, это единственное, что я нашла зеленое в магазине. Одеваешься в какой цвет, получается? Оранжевую кофту надеваю. А теперь оранжевую кофту. Ребята, у нас сегодня продолжение челленджа Roblox Показ Мод Сказочный Патруль. Да. Здесь у нас была Варя со Снежкой, поэтому эти две куколки сегодня не участвуют. Сегодня у нас остается Аленка и Маша. Аленка и Маша, Валерий, тяни-ка, кто тебе достанется? Так, закрывай глаза, я перемешаю. Втягивай, кем ты сегодня будешь? Аленкой. А у меня тогда сегодня Маша. Ты одеваешься в какой цвет, получается? Оранжевую кофту надену. А мне надо сейчас найти зеленую футболку. Вот я единственную вижу. А у нас есть 3 минуты, ребята. Так, у меня будут зеленые штаны, кофточка и какая-то кофточка зеленая с желтым, что ли. Ну, пойдемте искать. Так, мне нужна желтая футболка. Может быть, что-то такое поверх какой-нибудь зеленый одеть. Зеленые штаны, ребята. 3 минуты, так. У нас вышло обновление в показе мод, и мы хотим глянуть. Поэтому наши сказочные девочки будут даже еще и русалочками. Да. Мы так договорились, чтобы посмотреть новые какие-нибудь хвосты наряды. Русалки. Да, и хвосты русалок, говорят, здесь появились. А ну давайте посмотрим. Вот они. Вау, слушайте, ну это очень круто. Смотрите, теперь я уже русалка. Я Маша русалка. А Валерий, мы обязательно тоже посмотрим. Ты... Мне нужны желтые штаны и желтую майку с оранжевыми штуками. Это не то. Так, вот желтые штаны беру. Теперь оранжевую кофту. О, вообще нет, оранжевых футболок. Ты будешь Аленкой-русалкой, но у меня вообще проблема с волосами. Ребята, я не знаю, прическа просто у Маши совершенно не подходит под те, которые здесь. Маша, там какая-то прическа. Ну, у нее вверх волосы так задраты, очень высоко. Да. Ребята, что мне делать? Я выбираю коричневый цвет. Мама, У Маши, по-моему, зеленые глаза, если я не ошибаюсь, ребят. Да, зеленые. Так, я одеваю тогда сейчас вот такие зеленые глазки. Какие? Вот, все, я выбираю зеленые глазки. Да, зеленые глазки. Да. Единственное, что еще я у нее... Я бегаю так не осталось. Ты уже оделась, руки. Хотя? Ты, да. Что ты делаешь? А, вот. Я вижу тебя, ты ко мне сюда прибежал, ты тоже одеваешь? Вот. Знаете, что можно одеть? Можно вот такую повязочку одеть, у нее тоже был какой-то там украшение на голове. Ну, я такое, честно, не вижу, я вот зеленую просто такую повязку одену. Вот там коронка, вот эта маленькая твоя. Да, ну, ребята, я уже одела эту, не буду пока менять, посмотрю, может быть, что-то есть в аксессуарах, шляпках. Ой, у меня уже 61 минута, секунда, ребята, осталось. Так, я смотрю, что у нас есть новенького здесь. Смотрите, какая смешная прическа там была, такие длинные волосы. Ну, шапочки вот эти все я знаю, они были, да? Так, зеленая футболка. Ребята, ну это не зеленая, она нам не подойдет. Что, опять идем к мальчикам? Опять у девочек ничего нет? Помните, как в прошлом челлендже мы... Кажется, это единственное, что я нашла зеленое в магазине. Какой котик мимишный. Так, нет оранжевой футболки. Что же делать? У меня заканчивается время. А оранжевой на ней не хватает. А что у нас есть новенького на крыльях? Ой, у нас и крылья обновились. Ну, смотрите, сколько всего прикольного в показе мод появилось. Новые смотрите, крылья. Да, очень много разных крыльев. Поэтому, если хотите, можно сделать даже русалку с крыльями. А что здесь? А ну, давайте как посмотрим. Она? Как она будет в воде плавать с крыльями? Ну, просто. И летать с хвостом. А здесь можно взять разные с собой... Тут. Это не вип-комнаты, ребят. Это дополнение, которое тоже можно приобрести, отдельно. Но у меня уже 16 секунд. Ребят, я просто тут так по-быстрому посмотрела. Валерий, ты что там делаешь? Ты тоже здесь где-то? Так, ну мы сейчас глянем тебя потом и оценим, ребята, как Валерий справится с Аленкой, русалочкой. Да. Так, ну что, 2, 1. Ноль! Ну все, ребята. Ребята, ну у меня со штанами совсем не получается. У нее совершенно другого оттенка штаны. Смотрите, у нее кофточку я еще смогла как-то сочетать. Желтая с зеленым. Ну что делать со штанами? С
знала бы, что нет в магазине оранжевых футболок, не говори, взяла вообще бы свою. Это точно, мне кажется, для Аленки максимально бы подошла Валеришкина футболка. Всегда хотела задать вопрос, почему у среднего судьи нет лица? Она оделась в красный наряд. Прикольно. Красное платьице. Ну, неплохо, кстати, да. Посмотрите, у нее даже красные губки. Она так гармонично подобрала. Так, а мы с вами смотрим, когда же будем мы с Валеришкой. Да. И кто из нас победит в этом челлендже? А вы пишите в комментариях, как вы считаете, кто справится из нас лучше. Ой, тоже красная, смотрите, какая принцесса. Тоже. С крылышками. Очень но... похожа на ту была. Ну, немножко похожа, да, но она, по-моему, та была... Без крылышек. Да, эта участница, возможно, смотрела. О, ты! А, смотрите, это уже я, да, ребята. Ну, вот такая ты, у меня получилась Маша. Да, действительно, в магазине прикольная. Мне было очень сложно подобрать брючные, штаны какие-то, вот ничего кофту, зеленого кофту не было. А кофта, кстати, тоже вот с желтым, мне очень хотелось найти какой-то желтеньким. Ну что, Валерий, когда ты будешь? Не а знаю. Ну смотрим следующую участницу. Она о, тоже в красном, ну, да, с белым, смотрите, тоже красные губки. Она там не подсматривала, да, тоже за остальными участниками, как вы думаете? Не знаю. Почему три участницы в красных как бы нарядах? И он не очень похож между собой. Ой, смотрите, Валерий, ну что, вы не видели, как Валерий одевала Аленку? Давайте посмотрим. Смотрите, какая прическа. Очень, кстати, ты правильно подобрала. Там даже другой, наверное, нет для Аленки. И даже видели, какие веснушки Валерий нашла? Да. Это действительно лицо, которое максимально подойдет бы для Аленки. Я была последняя. Оно очень такое игривое. Я была последняя. Ага, ты еще была последняя. Ребята, давайте узнаем, на каком месте... Так, побеждает пока Маша. Я на втором месте, ребята. А мы сейчас посмотрим общую таблицу, да, баллов. Так, так, вот смотрите, видишь, что они все в красненьком. Валерия на четвертом месте. А смотрите, зато как интересно. Первое, второе, третье. Мы все одинаковые баллы набрали. Пишите в комментариях, у кого получилось лучше справиться с этим челленджем. Ребята, ну и второй раунд. Мы решили с Валерией продолжить тему «Угадай блогера». В прошлой серии вы нам писали... Почему мы блогеров вам сразу рассказали, кого создаем? Поэтому в этот раз мы вам не скажем, каких мы блогеров вам сейчас создадим. Да. А вы угадывайте. Ребята, кто первый угадает, кого мы создаем, мы обязательно подпишемся на твой канал. Поэтому пишите в комментариях свои догадки. Но я начинаю. Я сейчас бегаю, ищу кофточку какую-нибудь. Валерий, я тебя вижу, смотрю, ты тоже пробегаешь здесь рядышком. Я тоже. Мы что, одинаково одеваемся? Подожди, стоп. Мама, нет, мы же договорились. Да, сейчас, секундочку, я тогда сейчас одену другого блогера, а то мы с Валерией решили одинаковых блогеров одевать. Ты не поняла меня. Смотрите, сейчас мы все создадим, а вы отгадывайте и пишите, какие у вас догадки. Так, ну, это я сейчас сразу скажу, это девочка. У меня, по крайней мере, образ. Валерий, у тебя тоже мальчик или девочка? Девочка. У тебя тоже девочка. Так, я смотрю, что я одеваю твои цветочки, которые ты мне говорила, и у меня сразу снимается розовая футболка. Нет, так не пойдет. Мне нужна такая вот розовая пайточка. Так, мне надо сейчас срочно одевать волосы. Валерия, ты что делаешь? Я... А 104 секунды осталось. Я по прическе бегаю. Какую же мне выбрать прическу, ребята? Я вот прям, не знаю, задумалась. Я уже побежала по... Мне нужны длинные волосы. Я не знаю, какое мне лицо выбрать. Мне нужны длинные волосы, ребята. Так, сейчас я сосредоточусь. Может быть, вот это слева взять? Или вот эти длинные волосы тоже могут подойти? Какое мне лицо? 80 секунд, надо выбирать. Ребята, выбираю уже, наверное, вот это еще, кстати, вот прическа вот тоже подойдет. Смотрите, правда, там два хвостика вверху не подойдет. А длинный, вот еще есть волосы. Все, я выбрала волосы. Мне надо сейчас их покрасить. А, сейчас я вам покажу, какого цвета глаза у блогера. Так, я выбираю вот этот. И мне осталось еще... Почему я без штанов? Я забыла штаны одеть. Ничего себе, так надо будет вернуться, что-то одеть, ребята. Так, беги. Я взяла себе вот такие ушки. Мам, ну беги. А, сейчас 45 секунд, ребята. Итак, мне осталось немножко сейчас штаны, побегу одевать. А то мой блогер без штанов. Так, срочно какие-нибудь джинсы.
А, можно посмотреть еще штаны, вот мама. Такие серые. Все, мама, сейчас 27 секунд, ребята, сейчас я выберу штаны. В принципе, мне осталось только штаны. Вот еще рубашку можно поверх, но нет, нужно брюки, да, 19 секунд, ребята, вот эти брюки возьму. Вот эти серенькие можно, или голубенькие. Ребята, 12 секунд, 11, 10, все. Все, ребят, я оставлю вот в таком образе. Мне кажется, уже мой блогер очень похож получился. Пишите в комментариях, кто уже отгадал, какого блогера создаю я. Да. Так, а мы смотрим сейчас и узнаем. Да, угадаете вы или нет сразу. Так, ну, начинается наш с вами второй раунд. Мы сейчас в Токио. Наш первый участник, наша, как обычно, судья без головы. Почему? Ну почему он все время без головы? Да. Так, да, наша первая участница. Not so popular. Тема not so popular, непопулярная. Кстати, непопулярная тема. Ну вот, как бы, да, ты непопулярная. Вот раскрытие образа через серый цвет. Валерий, как ты считаешь? Ой, Валерий, это ты! Я. Смотрите! Вы сейчас отгадать можете, кого создавала Валеричка, какого блогера. Так, смотрим. Так, есть уже догадки, ребята, пишите в комментариях. Так. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим следующего участника. Да. Так, Валерий, как ты думаешь, когда... Мы с тобой прям рядышком. Ребята, ну что, вот мой блогер, смотрите. Вот так выглядит, с такими глазками зелеными, с ушками. Пишите в комментариях, кто уже отгадал. Мы первый же комментарий посмотрим и подпишемся на те каналы. Да. И отметим, конечно же, лайками. И сердечками. Ну да, и сердечками обязательно. Так, ну у нас следующий участник. Где он? Валерий! Где он? Где это привидение! Подожди, кому баллы ставить? Это участник привидения! Ребята, он исчез. Смотрите, он не вышел к нам. То ли он застеснялся, этот участник. Или не захотел. Я не знаю, даже кому я баллы поставила. Или он быстро пронес, да. Но так не захотел. Ой, пронести. Смотрите, по-моему, она поверх брюка одела юбку. Ну, как бы тут даже уже не столько непопулярная, как уже даже вот просто все одевала. Ну, она одела просто, да, и штаны, и юбку, все вместе. Так, наша следующая участница. Перебор. Так, смотрим, она у нас одела крылышки. Огневая фея. Она огненная. Да, кстати, вот надо еще посмотреть, какие здесь крылья, да, вышли обновления. Так, следующий участник, Габриэла. Смотрите, у нее ник такой прикольный. Но подождите, она, наверное, еще не успела одеться, или она только зашла в игру. У нее нет штанов. Она, наверное, не смогла одеть хвост. Видели, у нее вверху для русалочки, но почему-то хвостик она не смогла одеть. Да. Ребята, надо подойти к хвостику и нажать на него два раза. И тогда вы сможете одеться в любой хвост и цвета внизу выбрать. Кстати, смотрите, вот она непопулярная и плачет. Мне это совершенно не нравится. Мне тоже. Мне кажется, вот расстраиваться совершенно не надо, если ты там популярный, непопулярный. Все это все настолько как бы условно, что главное, чтобы ты был здоров и счастлив, и все. И родители твои были здоровые и счастливые. Популярный, непопулярный. Это самое важное, чтобы ваши родители были здоровыми. Мне кажется, вот кто хочет, чтобы его родители были здоровыми, ставьте лайки сами себе. А, все, ребята, но у нас уже последний участник. Мы смотрим таблицу. А, смотрите, Валерий, ты на третьем месте. Девочка вот это все-таки с юбкой и штанами на первом месте. Помаши ручкой. Ребята, вот такой у нас сегодня для вас сюрприз. Пишите в комментариях, кто отгадал. Мы были рады вас видеть. Всем классного настроения. Пока-пока. Ребята, кто ждет каникул, пишите в комментариях. Пока-пока. Ставьте свои пальчики вверх. Пока-пока. И подписывайтесь на наши каналы. Да. Пока-пока. Пока-пока.